Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про выставку Агрофарм, проходившую с 5 по 7 февраля. Одна из крупнейших международных выставок животноводства «Агрофарм» в этом году запомнилась насыщенной деловой программой, представленными техническими новинками и привезенными из различных хозяйств редкими породами сельскохозяйственных животных. Как и в предыдущие годы, «Агрофарм» в этот раз стал площадкой для обмена опытом и знаниями среди самых разных представителей фермерского хозяйства. «Агрофарм» позволяет нам показать все преимущества и достоинства КРС, там, молочной индустрии, вот, где собраны все лучшие производители, вот, в этом понимании. У нас 1480 голов данного направления скота, 2000, получается, голов мясного скота, вот, плюс мы занимаемся также зерновыми, занимаем первое место в Московской области по объему зерновых, 22% полностью объема, это являемся мы. Вот, каждый третий буханка хлеба – это наш на московском прилавке. «Агрофарм» объединяет не только уже состоявшихся профессионалов в сфере животноводства, но и начинающих специалистов. Большая доля посетителей мероприятия – студенты ветеринарных вузов нашей страны. Они приходят на выставку ради общения с настоящими фермерами и участия в полезных мастер-классах. Мы уже были на «Золотой осени», ну вот, как раз-таки там познакомились вот с этим хозяйством, ну вот, «Texelfarm». И решили, что хотим посетить как раз «Агрофарм», тоже посмотреть, что тут. Тут поменьше, конечно, животных в этот раз, но все равно. Тут еще очень, ну, познавательные мастер-классы. Мы участвовали в УЗИ исследования. Наибольшее внимание посетителей выставки «Агрофарм» традиционно привлекла экспозиция с сельскохозяйственными животными. В этом году в рамках мероприятия были представлены овцы Дорпера Суфолк, козы Калахари Ред и Пурские, альпаки, головейские коровы и другие. Нас давно просили приехать, а мы все отказывались, потому что мы боялись животных застудить, ну как-то привезти. Ну, а сейчас у нас маленькое хозяйство разрослось. У нас есть выбор, что привезти, ну и уже не бояться за то, что мы можем кого-то потерять. В этом году выставка животноводства собрала под одной крышей более 400 компаний и фермерских хозяйств из 50 стран мира. За 3 дня работы мероприятие посетило более 8 тысяч человек. Следующий «Агрофарм» состоится ровно через год и обещает быть не менее масштабным. О других интересных мероприятиях, связанных с животными, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!